Сразу забили два быстрых гола, потом владели инициативой, еще там пару моментов у нас было, не забили. Потом больше инициативой владел энергетик, и вот после игры уже игрок получил энергетика красную карточку. Во втором тайме опять вышли, забили сразу на первой минуте гол. После этого уже отдали инициативу сопернику, начали встречать их в центре поля. И, в принципе, парни сильно устали, поэтому они не двигались, не встречали их, не прессинговали спереди. Потому что у нас еще завтра игра, поэтому держали это в уме. Сразу мы стараемся прессинговать соперника, забить быстрый гол, чтобы потом нам было легче. Вот это и получилось у нас в первом и втором тайме. Получилось наоборот, что сейчас энергетику было тяжело. Мы сказали парням, чтобы они больше контролировали мяч, не бежали сильно вперед, а старались играть через позиционную игру. Главное вот нам сконцентрироваться над этой реализацией, потому что в каждых играх создаем много моментов, и плюс концентрация. Нету концентрации в обороне, чуть-чуть расслабляемся и потом получаем вот со стандартов голы.